А у нас в гостях директор спортивной школы «Олимп» Сергей Иванов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько важен вообще спорт в развитии детей с ограниченными возможностями? Вы знаете, на территории Ленинского муниципального района, в принципе, мы участвуем во многих таких акциях, где дети с ограниченными возможностями могут принять какое-то участие, где мы можем с ними пообщаться, позаниматься и показать какие-то виды упражнений, которые для них оптимальны. А как дети реагируют на это, когда встречаются со спортсменами? Ну, смотря в них глаза, конечно, они горят, и они хотят, в принципе, быть похожими, но вы сами понимаете, что это ограничение, они стесняют их. А так вообще они очень идут на контакт. Ну, как известно, спорт – это жизнь. Есть же у нас спортсмены-паралимпийцы. Может быть, это пример для детей-инвалидов, что можно, что инвалидность – это не приговор на самом деле. Да, вы правы. В принципе, каждый может себя реализовать и прийти, и попробовать. Может, что-то достигнуть. А есть ли какие-то спортивные методики или программы специальные? Они существуют для многих, но вы сами понимаете, что категории детей с ограниченными возможностями, они разные. Вы можете прийти, посоветоваться с профессионалом, который может предоставить такую методику для какого-то обучения каким-то видом спорта. У вас сейчас есть возможность пригласить всех жителей Ленинского района на акцию, которая прямо сейчас состоится во Дворце спорта. Да, мы готовы пригласить всех желающих. Пожалуйста, приходите к нам участвовать. У нас будет прекрасная программа, которая будет во Дворце, начнется она в 4 часа, где будут и развлекательные программы спортивные, и макияжи, и с клоуном Алексом, и программа будет с хорошей программой, и концертная программа. Пожалуйста, мы ждем всех желающих. Самое главное – это хорошее настроение и настрой. Большое спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в гостях был директор спортивной школы «Олимп» Сергей Иванов.